на иранском государственном телевидении продемонстрировали видеоролик с угрозами в адрес Израиля и Азербайджана, в котором говорилось, что любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен. Об этом сообщает Dai-As со ссылкой на Arab News. На видео, опубликованном через несколько дней после учений КСИР у границ Ирана с Азербайджаном, поется. Израиль, не отклоняйся слишком далеко от своего пути. Не копай себе могилу своими руками. Иран заявляет об этом, чтобы Азербайджан знал и понимал. Любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен. Разведывательная группа Caucasus War Report отметила, что угроза впервые была открыто высказана на иранском правительственном канале СХР в противоречивой манере, поскольку основной аудиторией канала являются иранские азербайджанцы. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.